Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на вандеркейс. У меня на бальке 7000 рублей. Мы в прошлом ролике дошли до бальков 50 плюс тысяч рублей. Нам там прям очень хорошо везло в апгрейдах. Кейсики нас окупали, перчаточки на живой мы открывали. Но я потом катал на стриме, вне ролика, что-то успел повыводить, что-то подсливал. Короче, сегодня я заново депнул 5000. На бальке у меня 7000. Я использовал промокод NKLR, который дает плюс 40% к депозиту. То есть закинул пятерик, получил на бальке 7000. Мы сегодня будем подниматься с этого балика. Так, ладно, я предлагаю, наверное, со старта открыть какой-нибудь. Давайте, вот, ну, у нас традиция есть такая мини. Это человек-бензопила, потому что это мой любимый кейс, который лучше всего окупает. 5 штучек на 4000 рублей полетели. Так, ночной кошмар, синий ламинат, неплохо. Ну, в общем, это, наверное, минус будет, да? Ну да, 2800. Что-то как-то традиция вначале меня подводит. Ну, давайте еще 5 штук. Так, снежный вихрь, новая фуксия, скоростной зверь, отличненько, так, 5300. Мы уже со старта видоса делаем плюс 292 рубля к балансу, а самое главное, как раз начать ролик в плюсе, ибо как ролик начнешь, так его и закончишь, но вы все сами прекрасно знаете. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промокод NKLR и получить плюс 40% к депозиту. Ну, я про это уже вначале говорил, закинул пятерик, получил 7000, плюс 2000 рублей на халяву, я считаю, это максимально приятная плюшка. А депать можно абсолютно со всего, с кивасса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Также, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонусы, подписаться на всех соцсети и получить 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятненько. Ладно, полетели дальше открывать кейсики на балике 7300 рублей почти. Давайте дальше просто сейчас бензопилу покрутим. Еще, может, раза 2-3 по 5 кейсиков посмотрим, как он сейчас будет выдавать. Так, скоростной зверь, вот это точно окуп, но в общем 3852, но минус 100 рублей, ни о чем, давайте еще 5 штук. Так, глок, мак, я... Ну какие 200, ну что ты выдаешь? Ну что-то начинает сливать меня человек бензопила. Так, СГ ультрафиолет неплохо, но как будто это, в общем, опять минус, да? Не, 4900, это плюс, отлично, давай еще 5. На самом деле рисково такие дорогие кейсы открывать при моем балике, но мне хочется порисковать сегодня. Но, сука, походу зря мне так хочется. Еще 5 быстро. Новая фуксия. Во, 7050, найс! Подождите, так мы уже делаем плюс 2000 рублей к балику. У нас на балике 9291 рубль. Отличненько. Так, сейчас можно попробовать какой-нибудь кадиллак. Наверное, 5 штучек на 4450 рублей. Давайте вот так тройнем. Конечно, опять же, не по балансу вообще открываю, но мне хочется порисковать. 3200, ну 4300 всего. Вот PD50 очень хороший упал, но, к сожалению, это не опыт. Давайте еще 5 штук. Так, PD50 вроде дорогой, да? Да, 2300, отлично. Так, 6300 падает. Отлично, на балике уже 11 тысяч, слушайте. Что я депнул пятерик, на балике уже 11. Я уже сделал плюс 110% к депозиту. Не, плюс 120. Отлично, отлично. Ну, 3200 сейчас плохо падает, еще 5 быстро. Но что-то как-то 3600. Так, ладно, этот кейс меня начинает сливать. Но он уже, пожалуйста, меня и так хорошо выдал. Давайте тройнем тогда какой-нибудь джекпот. 5 штучек на 3885 рублей. Посмотрим, как он будет выдавать. Так, СГшечка вроде неплохая, да? Она дорогая. Ну, не особо. 2456. Еще 5 штук. Так, калашек неплохой. PD50 как будто что-то дорогое, да? Ну да, 1000 рублей. Ну, кстати, не очень. Еще 5. Джекпот, что-то меня сливает. СГ ультрафиолет, картисыры, глок не норм. Ну вот это хорошо, да? Вот это ж все хорошее, да, 5800, отлично. Так, на балике 9393 рубля. И я сейчас хочу рискнуть, наверное, открыть Ламборгини. А 3 штуки на 6270 рублей полетели. Так, первая юст, темная вода, отлично. Слушайте, сейчас Ламборгини выдает. Причем очень хорошо, 9800, отлично. На балике уже 12-ка. Так, 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 так. А я сейчас хочу попробовать магнат. Наверное, 3 штуки на 9270 рублей. Давайте так. Ой, ну хотя интегрейл вроде неплохой, но в общем это минус, да? Ну, 7300. Приятно, еще 3 давайте. Так, кайман, сарикс. И еще XM, он 10 тысяч плюс стоит. Найс, 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 найс. 15 тысяч. У нас на балике уже 17 642 рубля. Ну, пацаны, ну мы сегодня уже плюс десятку подняли от моего первоначального балика. А если от депа 5 тысяч брать, то уже плюс 12 подняли. Слушайте, отлично, отличненько. Так, сейчас давайте попробуем YouTube, наверное. 5 штучек на 3950 рублей. Ну вот этот кейс YouTube на самом деле обычно хорошо выдает. Но еще плюс мы записываем ролик в YouTube. То есть, ну все сходится. Но выдает дерьмо 2400, еще 5.
Так, МК облом, ГЛОК ядерный сад, ну что-то, ну 3070, опять минус, еще опять что-то. Так, две эски страж, отлично, еще нова вроде дорогая, да? Да, 5300, найс, на 9500 рублей мне падает, охренеть, это X3 почти. У нас на балике уже 20 852 рубля, но пацаны, когда меня так хорошо окупает Wonder Case, ну грех будет не открыть хотя бы один перчаточный кейс за 10 900 рублей. Давай, пожалуйста, родной, выдавай. Да, бакшот, сука, спасибо. Блин, даже название отвратительное. Бакшот, сука, еще один. Рейсинг грин, сука, я в шоке. Ну, дерьмо полное. Так, ладно, давайте тогда попробуем сейчас открыть какой-нибудь, maybe. Не, Rolls-Royce за 5000, мне кажется, опасно открывать. Давайте пипешку. Одну штуку за 2000, за 2990 рублей. Удар кобры, ну, кстати, они вроде окупают, если не ошибаюсь, они хорошо стоят. Да, 4600, отлично, еще один. Вот можешь еще разочек окупить, и я ухожу с тебя по-братски. Ну да, блядь, ты говно мне выдаешь. Автомат, Галиль, осторожно. Блядь, ну что за осторожно, ну что ты выдаешь? Гексан, да дерьмо же, да? Ну да, еще один. Ай, сука, 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 шедевр пролетает. Резной нефрит, но он не будет столько стоить. Но меня пипега еще сливает очень сильно. Бля, ты опять мне выдаешь этот резной нефрит. Ну почему? Ну вот я так хорошо шел сегодня. И вот надо мне сейчас все слить, да, получается? Ай, перекатывается камуфляж. Закатная линия. 1800, сука. Но если он мне сейчас ничего не выдает, то у нас балик заканчивается. Ну, перчатки, естественно, пролетят. Ну, красный камень. А, 925. Отлично, на балике 1900 рублей. Мы, к сожалению, в дерьме. Засекреченное давайте. 5 штук на 1450 его покрутим. А, интегрейл падает неплохо. Ну, вроде хоть что-то. Спасибо, 1300. Еще 5 быстро. Ну ты, сука, ну ты меня еще сливать будешь, правда? Ну я и так в дерьме, ну куда меня дальше сливать? Во, во, 1900, спасибо. Еще 3. Ну, кстати, он нормально повыдавал, 1005. На балике 2251 рубль. Ну, давайте, я не знаю, что можно открыть. Toyota. А, 5 штук на 1450 быстро полетели. Найс, 1100 выдает. Ну, хотя это минус. Он один хорошо выдает, остальное дерьмо. Так, 2200, неплохо уже, еще 5. Так, ну, 1300. А, ну, это минус, сука. Там вот это МП5 падает дорогой, я все время байчусь на него. 808, отвратительно, еще 5. Понял, 1100, отвратительно, еще 5. Сука, 1280. Ну ты же начал меня купать вначале. Ну почему так нельзя продолжить? Вот, 1600, хоть что-то, еще 5. И 2 зеленых. Во, 2600, вот это совсем другое дело. На балике 3202 рубля. Так, хорошо, я хочу еще раз попробовать пипегу. Но просто он слишком сильно меня слил, и как будто сейчас просто обязан выдать после таких сливов. Изумрудный кварц. Эхо за сколько стоит? Сколько дорого? 8300, найс! Пипега меня все-таки камбэк, это нормально. На балике 8549 рублей. Ну, я как знал, но он меня слишком сильно слил. Но он должен был мне выдать, но реально уже должен был. Так, YouTube, хотя YouTube я уже открывал и уже хорошо в нем поднялся. Давайте тайное попробуем, напоследочек сейчас по 5 штук покрутим. Я бы хотел десятку пробить на балике, и уже можно заканчивать на этой ноте, было бы ролик. Но десяточку попробить надо. Так, вот сейчас хорошо, 3600 упало, отлично, 8500. Можно еще плюс 1500 сделать? А вроде, кстати, но я близок, еще плюс 1000. Ну, тут чуть-чуть осталось, правда. 2000, понял, еще 5. Так, это дерьмо падает, 1800, еще 5. Вот, вот сейчас вроде 3500. На балике 9200, сука, чуть-чуть осталось. Но я хочу добить десятку на балике. Кадиллак. 5 штук на 4450 полетели. Так, снежная мгла, отлично, вроде 5200. На балике у нас 10013 рублей. Мы сегодня подняли плюс 3000 рублей к балансу. И я предлагаю на этой прекрасной ноте заканчивать ролик. Я понимаю, если бы я не заигрался, не начал бы открывать перчаточный, вот эту пипегу, я бы намного больше поднял. Но ничего, мы жестко слились, но при этом смогли камбэкнуться. И я считаю, это тоже отличный результат. И также, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на Wonder Case, вы можете при пополнении ввести промокод NKLR и получить плюс 40% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С кивасы, карты, скинами, криптовалютами.
стоит, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1400. Вы со старта будьте в хорошем плюсе. А также не забывайте, если вы регаете по моей ссылочке в описании под видео на вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, что такой видос 100% можно, хоть мы и не подняли супер много, но зато мы красиво камбэкнулись. А за это уже можно, пацаны, и лайк, и подписку, и комментарий все-таки оформить. И все, парни, всем удачи, всех люблю.